сейчас я хочу пригласить на сцену друга нашей церкви, пастора из Швеции, из Упсалы, где мы с Дианой в свое время в 93-м году учились, пастора Карла Густава Северина, который вместе с супругой Моникой приехали к нам сюда. И давайте сейчас вставши, горячо, поприветствуем. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. I love you very much. Я вас очень люблю. I have to say it again. I love you very much. Хочу сказать, что вас очень сильно люблю. And I'm so touched to be here. Я очень тронут тем, что я здесь. In this wonderful church. В этой прекрасной церкви. You're singing, get my hair standing. Ваше пение меня просто взбудоражило. Yeah. I was very touched by the worship today and the singing. Я был очень тронут прославлением и поклонением сегодня. And today we're going to listen to the word of God. И сейчас мы будем слушать Слово Божье. Amen. Let's lift our hands to the Lord. Давайте поднимем руки наши Господу. Father God in heaven, we thank you for this wonderful day. Господь Отец небесный, мы благодарим тебя за этот прекрасный день. Hour we are living in right now. Спасибо за это прекрасное время, в которое When мы сейчас живем. When you are pouring your spirit upon all the earth. Когда ты изливаешь твой дух на землю. And people are receiving your power and your strength. И люди принимают твою силу. Father, I bless the church today. Господь, я благословляю церковь сегодня. I bless this congregation of people today, Lord. Я благословляю это собрание людей сегодня. They have come here to listen to your word today. Они пришли сюда, чтобы слушать твое слово. They have come here to worship the Lord. Они пришли сюда, чтобы поклоняться тебе. They come here because they love this place. Они пришли сюда, потому что они любят это место. And I ask you, Lord, to bless them. И я прошу тебя, Боже, благослови их. In a mighty way. Великим способом. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. And amen, and amen, and amen. Let's Amin. Give the Lord a hand. Давайте поаплодируем Господу. Hallelujah, the Lord, the house of the Lord. Слава Богу в его доме. Let's give the Lord a big hand. Давайте поаплодируем ему еще. He is worthy to be praised and honored. Воздавайте ему славу. Слава Богу! Wow! Greet somebody around you and said, "I love the house of the Lord." Кого-нибудь рядом себя поздравьте с тем, что он находится в доме Господа. And you may be seated. И вы можете садиться. Wow! Thank you, Pastor Victor, again for the warm welcome. Спасибо, пастор Виктор, за теплое приветствие. And wow, I can't imagine. Я не могу представить. I came here first time many years ago, and it was a small group of people. Я, когда сюда приехал много лет назад, была совсем маленькая группа людей в таком здании. And today God has blessed this church. И вот как Бог благословил эту церковь. Wow, I'm so honored. Для меня большая честь. I'm so happy to be here. Для меня большая честь быть здесь. I rejoice with you. Я радуюсь с вами. And I love you very much. И я люблю вас очень сильно. Today, сегодня, I want to share something from my heart. Я хочу поделиться кое-чем из моего сердца. I want to speak to you about a person in the Bible I have studied for many, many years. Я хочу поделиться с вами информацией о человеке, которого я изучал из Библии очень много лет. I like him because for me he is a really wonderful person. Мне он нравится, потому что для меня он на самом деле прекраснейший человек. He did many mistakes. У него было много ошибок. And he was not a perfect person. И он не был совершенным человеком. But he was a really man of God. Но он был настоящим человеком Божьим. And his name was David. И его звали Давид. Everybody say David. Каждый скажите Давид. David, God came to him in the middle of his age. Бог пришел к нему, когда он был в среднем возрасте. When he was in the career, he was a king. Он был царем. He was a king. Он был царем. Был царем, yeah. He has built his own house. Он построил свой дом собственный. He has a big house where he lived personally.
У него большой дом, где он сам живет. And God comes to him. И вот Бог пришел к нему. And God speaks to him. И вот Бог поговорил с ним. And God asked him a question. И Бог задал ему вопрос. And the same question. И тот же самый вопрос. I want to ask you today. Я хочу вас сегодня спросить. Now maybe you are in the middle of your life. Сейчас, может, вы посреди своих дней, или, может быть, вы только начинаете свою жизнь, или, может быть, ваша жизнь уже заканчивается. Но Бог спросил Давида. Во второй книге Царств, во второй главе, Бог к нему приходит, и он задает ему вопрос. And we read from verse 2 Samuel 7 and verse 9. Второй царь, вторая глава, 9 стих. And I have been with you wherever you went, and have gone what out all the enemy before you went. Все-таки 7 глава и 9 стих. И был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. And then God asked him. И потом Бог его спросил. David, David, do you want to build a house for me? Хочешь ли ты построить мне дом? Do you want to build a house for me? Хочешь ли ты мне дом построить? Do you want to be a part of building my house on in this city? Хочешь ли ты участвовать в строительстве дома Господня в этом городе? And then God said later. И потом Бог позже сказал. If you do that, если ты это сделаешь, the Lord will make your house. Бог созидает будет твой дом. So if you He already had a house. У него уже был дом. So God was not talking about his physical house. И Бог не говорил о постройке, которую Давид имел. But he said, David. Но он сказал, Давид. Do you want to build a house for me? Хочешь ли ты построить дом для меня? If you build a house for me. Если ты построишь дом для меня. I will build you a house. Я созижу твой дом. Amen. In the Bible, we know that the house. В Библии мы знаем, что дом means family. Означает семью. Everybody say family. Скажите все семья. Say family three times. Скажите три раза семья. Семья, семья, семья. Семья. That means that God says house. Это значит, что Бог говорит дом. Doesn't mean building, it means family. Это не постройка, это семья. You know what Joshua said? Вот что говорит Иисус Навин. Me and my house. Я и мой дом. We want to serve the Lord. Будем служить Господу. Amen. I said amen. Аминь. I said amen. Аминь. Do you want to build the house of God in Екатеринбурге? Хотите ли вы построить дом Божий в Екатеринбурге? Do you want to build the house of God in this city? Хотите ли вы построить дом Божий в этом городе? If you do that, если вы будете так God делать, is saying, I will build your house. Бог говорит, я построю ваш дом. I will build your family. Я построю вашу семью. As you build the house of God, I will build your house. Когда вы будете строить мне дом, я буду строить ваш дом. I believe very much in families. Я очень много верю в семью. I believe that God wants to use our families. Я верю, что Бог хочет использовать наши семьи. You know what I was happy when I saw today? Знаете, чем я был рад, особенно как, что я увидел сегодня? Я увидел детей в этой церкви. Hallelujah. Hallelujah. Families with small children. Дети, семьи, у которых маленькие дети. Is my heroes. Это мои герои. Да. Because they come with the small children to the church. Потому что они приходят с маленькими детьми в церковь. And they bring them here. И они приводят их сюда. Because they love the church. Потому что они любят церковь. I have five children. У меня пять детей. And we had four children. Thanks, спасибо. At one time we had four small children. И у нас в одно время было четыре ребенка. And you know we have a rule in our family. Маленьких ребенка у нас было правило в семье. I call it the Severin rule. Я называю это правило Северина. It's закона Северина. Закон Северина. Да. When I say Severin law. Когда я говорю закон Северина. When I say that in my family. Когда я говорю это своей семье. Everybody knows. Все знают. Papa will not compromise. У папа не пойдет на компромисс. Папа это диктатор. I made decision. Я принимаю решение. Nobody can say anything. Никто ничего не может сказать. When I make Severin law, когда я провозглашаю закон Северина, everybody of my children knows. Все знают. Cannot be argued, cannot be discussed.
что никакие вещи, которые я сказал, с ними нельзя поспорить и их нельзя обсуждать. Один закон у меня есть. Закон Северина. Очень важный. On Sunday, в воскресенье we go to church. Мы идем в церковь. Amen. Аминь. We go to church every Sunday. Мы ходим в церковь каждое воскресенье. Sometimes when the children were small, иногда, когда дети были маленькие, my wife woke them up early in the morning, моя жена поднимала их с утра, очень рано. And it was like raising the dead. И это было как воскрешение мертвых. Hello! Time to go to church. Пора идти в церковь. And I could hear the sound. И когда я слышал этот звук, когда они слышали этот звук, была вот такая реакция. Especially when they became teenagers. Особенно когда они стали подростками. Then you need double anointing to wake them up. Потом должно было быть двойное помазание, чтобы их поднять. All my neighbors were sleeping. Все мои соседи спали. But not in our house. Но не в нашем доме. My wife has laid all the Sunday clothes for them. My wife has put the clothes on every bed. Моя жена раскладывала для них одежду каждый день. And said breakfast. И говорила: завтрак. Hallelujah. Hallelujah. Time for church. Время в церковь идти. Into the shower. В душ. New clothes. Новую одежду одевайте. It was a big, big, big thing. Это была большая вещь. And then after breakfast, и потом после завтрака, pushed them into the car. Она их загоняла в машину. Small car. Маленькую машину. Four children. Четыре ребенка. And you think the children will sit and worship God? And you think the children will sit and worship God? Maybe you think that. Вы можете подумать, что дети сидели и прославляли Бога. Нет worship. Поклонения не было. They were beating each other. Они друг друга били. And I was driving the car. А я ехал на машине. Praying in tongues. Молился на иных языках. Quiet! Тихо! Sometime I came to the church. И вот я приехал в церковь. I was so angry. Я был такой раздраженный. And they said, so, Usher, welcome to church. И мне Ашер говорит, тот, кто приветствует, добро пожаловать в церковь. I said, thank you. Я говорю, спасибо. Go now. Давайте, сюда идите. And I thought, will my children ever be spiritual? И я думаю, когда-нибудь мои дети станут духовными. Then we send them to Sunday school. Потом я отсылал их на воскресную школу. To children church. В детскую церковь. After the service. После служения. When they came out. Когда они выходили оттуда. I thought, now they are changed. Я думал, ну сейчас-то они изменились. Hallelujah. Hallelujah. And the first thing they said. И первую вещь, которую они говорили: we are hungry. Мы голодны. And sometimes all the way home. И иногда на протяжении всего нашего пути домой they were fighting. Они били друг друга. And then we cooked food. И потом мы готовили еду. And 3 o'clock in the afternoon. И говорили: 3 o'clock in the afternoon. В 3 часа. 3 часа, да. It was an 8-hour day. Это был 8-часовой день. On Sunday. В воскресенье, 8-часовой рабочий день воскресенья. The time of rest. Во время отдыха. Шаббат. Такой был шаббат у нас. And sometimes my wife and I would sit down on the sofa. И вот мы сидим со своей женой на диване. Like this. Вот так. We have been in church. Мы были в церкви. Слава Богу. Господи. We have been in church. Мы были в церкви. And we are so tired. И мы так устали. And many times. И много раз. We thought. Мы думали. Is this worth everything? Оно того стоит. But today,
Но сегодня I know the answer. Я знаю ответ. Да. It was worth it. Стоило того. Слава Богу. Аллилуйя. Yes! It was worth it. Это того стоило. It was worth it. Это того стоило. It was worth it. Это того стоило. If you come to our church, если вы придете когда-нибудь в нашу церковь, you see a beautiful girl leading the worship. Вы увидите прекрасную девушку, ведущую прославление. My daughter. Моя дочь. Our daughter. Наша дочь. On Sunday morning, в воскресенье утром, I see my children. Я вижу, как мои дети coming with their children. Приходят со своими детьми. Their grandchildren. И с моими внуками. Давайте в церковь. И я смеюсь. Теперь их очередь. Аллилуйя. I said, Hallelujah, glory to God. Аллилуйя, слава Богу. I said, glory to God. Слава Богу. Because I know, потому что я знаю, if we bring their kids to church, если мы приводим наших детей в церковь, God will bless them in church. Бог благословит их в церкви. God will change them in church. Бог изменит их в церкви. I believe, я верю, this church, эта церковь, will have the biggest Sunday school for children in the whole city. Будет иметь самую большую воскресную школу во всем городе. It's worth it. Это того стоит. Every minute is worth it. Каждая минута этого стоит. When I had my 50th birthday, когда мне исполнялось 50, 2000 years ago, 2000 лет назад, I had it in Donetsk. Я приехал в Донецк. It was 5,000 people on the party. На вечеринке было 5,000 людей. Yeah, it was a big party. Большая вечеринка была. And my daughter was there. И моя дочь там была. And he saw all these people. И она увидела этих людей. And she said, "Papa, I want to say something." И она сказала: "Папа, я тебе хочу кое-что сказать." Papa. Папа. When we were small. Когда мы были маленькие. We hardly saw you sometimes. Мы тебя не часто видели. You were here. Ты был здесь. Papa, thank you for going here and not stay with me all the time. Папа, спасибо за то, что ты ходил сюда и не оставался со мной все время. Yeah. I said thank you. Я сказал спасибо. My other daughter. Моя другая дочь. She's more straight. Она более прямолинейная. Yeah. She said, I want to speak to you on your birthday. Я хочу поговорить с тобой на твой день рождения. And she said to me this. И она вот что мне сказала. Papa. Папа. There are two things I want to thank you for. Две вещи, за которые я хочу тебя поблагодарить, есть. One time was when I stopped her to marry the wrong guy. Первая вещь — это когда я остановил ее от того, чтобы она вышла замуж за неправильного парня. I did. Я действительно так сделал. I cast him out. Я его выгнал. He was the wrong man for her. Это был неправильный человек для нее. I'm a dictator. Я диктатор. Not all the time. Not all the time. Не всегда, конечно. Amen. But the second thing she said. Но вторая вещь, которую она сказала. Papa. Папа. Thank you. Спасибо. For bringing me to church every Sunday. За то, что ты меня каждое воскресенье водил в церковь. When she said that. И она это сказала. Yeah, let's give the Lord a big hand. Давайте поаплодируем Господу. That warmed my heart. Это мое сердце согрело, когда она это сказала. But I thought when she said it. Но когда она это сказала, я подумал. If you only know the problem I have seen by taking you to church every Sunday. Если бы ты хоть только на минуту столкнулась с проблемами, которые я видел, когда водил тебя по воскресеньям в церковь. Now she has children. И сейчас у нее дети. She brings them to church every Sunday. Она привозит их в церковь каждое воскресенье. It's my grandchildren. Это мои внуки. I see them standing in church worshiping God. Я вижу, как они поклоняются Богу в церкви. And I know one thing. Я знаю одну вещь. God is building my house. Бог созидает мой дом. Amen. I said amen. Аминь. I said amen. Аминь. Карл Густав. Should I go to church every Sunday? Мне нужно каждое воскресенье ходить в церковь? Да. Конечно. Amen. But I can meet God in my house. Я же могу с Богом встречаться в своем доме. No, not on Sunday morning. Не по воскресеньям с утра. God is not in your house on Sunday morning. God is not in your house. Бог не в твоем доме по воскресеньям на с утра. God goes to church. Бог идет в церковь. Amen. Oh, but Carl Gustav.
Ну, Карл Густав. The weather is so nice. Такая классная погода. I want to go to the beach. Я хочу на пляж поехать. I said, first preach and then beach. Я говорю, сначала проповедуй, потом езжай на пляж. Amen. But Carl Gustav. Но Карл Густав. The church is not perfect. Церковь несовершенная. No. Конечно, нет. I know. Я знаю. There was a lady one time came to me. Однажды ко мне пришел один человек. She had her nose up like this. She had her nose up like this. И у нее нос был вот так. Be careful to have the nose too high. Пусть ваш нос не будет слишком задран. You can drown when it rains. Вы можете задохнуться, когда или утонуть даже буквально, когда будет идти дождь. Don't go like this. Не ходите так. She came like this. И она вот так пришла. Carl Gustav? Карл Густав. Is this the perfect church? Это совершенная церковь? If it is, I want to be a member of this church. Если же так, то я хочу стать членом этой церкви. I said, sister. Я сказал, сестра. It was perfect until you came today. Она была совершенной до того момента, как ты пришла в нее. There is no perfect church. Нету совершенных церквей. But you know what? Но знаете что? We still need to go to the church. Нам все равно нужно ходить в церковь. I love my wife very much. Я очень люблю свою жену. I've been married to her for a long time. Я долго на ней уже женат. How many years have we been married? Сколько уже лет? 43. Да, слава Богу. Жена подтвердила. 43. 43 года мы женаты. Do you know where I find my wife? Вы знаете, где я нашел свою жену? Not on internet. Не в интернете. I know it's very popular to find wives on the internet. Очень популярно сейчас находить жен в интернете. I didn't. Я так не делал. There was no internet that time. Тогда еще не было интернета. Слава Богу. But you know where I find my wife? Но знаете, где я нашел свою жену? In the church. В церкви. Friday nights. По вечерам в пятницу. There was a youth service. Было молодежное служение. And you know where she was? И вы знаете, кем она была? In the kitchen. Она была работником на кухне. Making coffee for the young people. Она делала кофе для молодых людей. And then when everyone was home, she was cleaning the kitchen. И у нее постоянно кухня была чистая, она должна была чистить после себя кухню. She was serving in the church. Она служила в церкви. And I thought, я подумал, that's going to be my wife. Это будет моя жена. So I took her. И я взял ее. Amen. Now she's mine. Сейчас она моя. Amen. You know why I love her? Because of who she is. Я люблю ее за то, какая она есть. But you know what I also love with her? И знаете, do you know why I love her so much? Знаете, почему я люблю ее так сильно? She loves the church. Она любит церковь. Her mother is the same. Ее мать такая же. Her mother is 90 years old now. Сейчас ее маме 90 лет. 90. She's in church every week. Она в церкви каждую неделю. Making coffee for the Bible school student. Она делает кофе для студентов библейского колледжа. She's there active. Она очень активная. Serving God in the church. Служа Богу в церкви. Her family, ее семья, has been Christians, христианская, listen to this, послушайте, 300 years, уже в течение 300 лет, amen, 300 years, 300 лет, 300 years, 300 лет, they came from Spain 300 years ago, они 300 лет назад приехали в Швецию из Испании, they were pirates, они были пиратами. Sometimes I see the pirate eyes in my mother-in-law. Иногда я вижу в своей тёще глаза пиратки. When she looks at me like this. Смотрит на меня вот так. I see the pirate eyes. Я вижу пиратские глаза. One time she said to me. Однажды она мне сказала. When I turned 50. Когда мне исполнялось 50. Now, Carl Gustav. Сейчас, Карл Густав. You are very old. Ты очень стар. And I said to her, "Go away, Satan." Я сказал ей, отойди от меня, сатана.
We have fun together. Мы смеялись вместе. We're joking all the time. Мы всегда смеемся. I have a wonderful family. But that family was pirate. Эта семья была пиратской семьей. And they got saved when they came to Sweden. И когда они приехали в Швецию, они спаслись. 300 years ago. 300 лет назад. And from that time, и с этого момента, they've been serving God. Every generation has been serving God. Они каждое поколение служат Господу. I love that. Мне это нравится. Somebody said that time. Кто-то в то время сказал. I will build the house of God. Я построю дом Божий. And now God is building the house. И сейчас Бог созидает дом. Amen. I said amen. You see, when you love the house of God, когда ты любишь дом Божий, when the love of the house of God is precious for you, когда дом Божий для тебя сокровище, my heart is knitted to the church. Мое сердце прикреплено к церкви. I see how God is blessing us. Я вижу, как Бог нас благословляет. And I have a word for some of you today. И у меня есть слово для некоторых из вас сегодня. Maybe your children are not on the way today. Может, ваши дети сегодня не здесь. But they will be. Но они будут на пути. I said they will be. Они будут на пути. I said your children will come to the Lord. Ваши дети придут к Господу. Hallelujah. Your children will serve the Lord. Ваши дети будут служить Богу. I said that your children will serve the Lord. Ваши дети будут служить Богу. I said your children will serve the Lord. Я говорю, ваши дети будут служить Богу. I said hallelujah, glory to God. Hallelujah. You see the decision we take. Видите, какое решение мы приняли. Doesn't only affect us. Это нас, на нас повлияло. When we say, когда мы говорим, I'm gonna go to church anymore, я не буду ходить больше в церковь, it affects us, это на нас влияет. And it affects our children, и это влияет на наших детей. And it affects our grandchildren. Это влияет на наших внуков. But what somebody say, но когда кто-то говорит, I will serve the Lord. Я буду служить Богу. Me and my house мой дом will serve и я будем служить Богу. We will go to the church. Мы будем ходить в церковь. We will attend to the church. Мы будем прихожанами. Мы будем давать наши жизни церкви. The church is not my hobby, церковь it's my life. Это не мое хобби, это моя жизнь. Let me say one more time. Вот я еще the скажу. Church is not my hobby, it's my life. Церковь не мое хобби, это моя жизнь. This morning, в это утро, I woke up with such a joy. Я проснулся с такой радостью. I'm gonna go to church today. Я поеду в церковь сегодня. I'm gonna go to church today. Я сегодня поеду в церковь. I took on my shirt. Я буду в церкви. I took on my coat. Я надел на себя свое пальто. And I'm gonna go to church. И вот я пойду в церковь. Hallelujah. I could be home. Я бы мог сидеть дома. On the internet. В интернете. Surfing on the internet on Sunday morning. Мог бы серфить интернет в воскресенье. But I decided. Но я решил. I will go here today. Я приду сегодня сюда. I would have missed the wonderful praise and worship today. Я не мог упустить такое прекрасное поклонение сегодня. But here, здесь, when I see you, когда я увидел вас, I got new strength. У меня появилось больше силы. It's wonderful with a big building. Хорошо, когда большое здание. And we praise God for the building you have here. И мы благодарим Бога за здание, которое мы имеем. But the best thing, но лучшее in this building, в этой постройки is you. Это вы. There are many wonderful buildings in the earth. Очень много прекрасных зданий на земле. I have seen the seven wonders of the world, many of these places. Я видел многие места из семи чудес света. There are seven wonders of the world, seven big buildings in the world. Семь чудес света. I've seen them all. Я все их видел. But no. The most beautiful building in the world. Самое прекрасное здание в церкви. It's the house of God. Это самое прекрасное здание в мире, это церковь. It's the church. Это церковь. It's the people of God. Это люди Божьи. Yesterday, вчера, I met people I've not seen for 25 years. Я встретил людей, которых я не видел в течение 25 лет. And how wonderful it was to see them again. И было прекрасно их снова увидеть. These people. Эти люди. It's my people. Это мои люди. And to see new people today. И я очень рад видеть новых людей и молодых людей. This church в этой церкви will live on when you are dead. Эта церковь будет жить, когда вы умрете. Because people like this, my interpreter. Потому что вот эти люди, coming now, которые выходят, hallelujah, они будут продолжать. Молодое поколение.
And when he get married, и когда он женится, you will be married, yeah? I will. Yeah. He will bring his children to church. Я буду приводить своих детей в церковь. Wasn't your papa leading the worship today before? Yes. See? Papa, son. Blessing from generation to generation. Благословение из поколения в поколение. You know, God said to David, Бог сказал Давиду, if you build my house, если ты построишь мой дом, I will build your house. Я буду созидать твой. And there will always be a king of the house of David on the throne of Israel. И всегда будет царь на престоле Давидовом. If you follow the history, если вы будете следить за историей, 60 years after David, через 6 лет после Давида, his grandson, его внук, made problems. Сотворил проблемы. And God said to this son, и Бог сказал этому сыну, I will still bless you. Я буду все равно тебя благословлять. Потому что Давид делал угодное в моих очах. 160 years after, 6 лет после этого, another grandson, grandson, еще один внук, правнук, made problems. Тоже сотворил проблемы. And God said, и Бог сказал, but I still gonna bless you. Я все равно буду тебя благословлять. Как? Потому что Давид был угоден мне. 400 years after David, 400 лет после Давида прошло. God said, Бог сказал, I will bless you, я буду благословлять because тебя, of David. Потому что Давид был угоден мне. There will always be a king of Israel from the house of David. Всегда был царь на престоле Давидовом. Guess, вот что. Who's today on the throne of God? Кто сейчас на троне Божьем? Jesus, Иисус, the son of David. Сын Давида. Hallelujah. And everything he did, никогда во всем, что он сделал, he said, он сказал, yes, Lord, да, Бог, I want to build a house for you. Я хочу построить дом тебе. Amen. We are not all preachers. Мы не старые проповедники. We are different people. Мы другие люди. We do different things. Мы different things. Мы делаем разные вещи. But we serve God in the church. Но мы служим Богу в церкви. Аллилуйя. And we give our hearts to the church. И мы отдаем наши сердца церкви. We bring our offerings to the church. Мы приносим наши пожертвования в церковь. And we contribute to the church. И мы призваны созидать церковь. We are building the house of God. Мы строим Божий дом. In a very dark hour, in a very dark time. В очень темный час, в очень темное время. The church of Jesus is more needed than ever. Церковь Христа, мир в ней нуждается больше, чем когда-либо. Amen. I'm so proud. Я очень горд to say to you today, я очень горд сказать вам сегодня. I belong to the church. Я принадлежу Церкви Божией. Hallelujah. And I love the church. Я люблю Церковь. Do you love the church? Вы любите Церковь? I said, how many of you love the church here? Кто из вас любит Церковь? Do you know what I love the church most of all? Знаете, что больше всего мне нравится в Церкви? Because in the church, потому что в Церкви we are three generations. Три поколения. Три поколения. Not one generation. Не одно поколение. Три поколения. Целых три. Young, молодые. Middle age, средний возраст. And old people. И пожилые люди. And all of them are needed. И в них всех есть нужда. When I came to church, когда я пришел в церковь, I was 14 years old. Мне было 14. And do you know who people took care of me? И знаете, кто за меня взялся? Was the old people. Это были пожилые люди. My father, mother was not Christians. Мои родители не были христианами. So when they came, I came. Когда я пришел, I was 14 years old. Мне было 14. And they look at me. И они посмотрели на меня. Oh, Carl Gustav. Карл Густав. We pray for you. Мы за тебя помолимся. I said, go down on your knees. Вставай на колени. They prayed. И молились на языках. They hit me the back. I came home like this. Они меня по спине били, и я вот так пришел домой. I said, I've been to church. Я сказал, я был в церкви. Hallelujah. Hallelujah. I've been to the church. Я был в церкви. And the old people, they prayed for me.
И люди молились за меня, пожилые. And they shook me. Они меня потрясали вот так вот. And they said, you need to come through. И они говорили, тебе нужен прорыв. Okay. Хорошо. I said, on Tuesday, в четверг you come to prayer meeting. Ты придешь на собрание молитвенное. And on Tuesday we went down on our knees. И мы во вторник, точнее, вот так вот встали на наши колени. И они снова возложили на меня руки. And they're screaming tongues in my ears. И они начали орать мне на языках в уши. I said, my God, what place is this? И я сказал, Боже, что же это за место? I heard sounds I never heard in my life before. Я слышал звуки, которые никогда раньше в жизни не слышал. One brother, один брат, he sounded like a dove. Как голубь звучал. I say, my God. Я говорю, Боже. He's flying away soon. Он скоро улетит. This is church. Церковь это разве? One lady. Одна женщина. On Sunday she was singing. Она пела на воскресенье. Everybody sat like this. Все вот так сидели. But on the prayer meetings. Но на молитвенных служениях. The Spirit of God came upon her. Дух Божий на нее сошел. And she was singing in tongues. И она пела на языках. Like Diana here, you know. Как Диана. Whoa, it was beautiful. Это было прекрасно. What happened with her? Что с ней случилось? And one lady. И одна женщина. We were calling the Kamaz prayer. Мы это называли молитвой Камаза. The Kamaza. She was praying so long time. Она молилась. Like a Kamaz. Вот так вот. Как? Long prayer. Долгие молитвы были. Like a Kamaz. Is that a car? There's a truck. Yes. Okay. Kamaz. Да, это действительно Kamaz, большой, длинный. She prayed for the nations. Она молилась за народы. And she started in Africa. Она начала из Африки. And everybody know. И все знали. Okay. Хорошо. 30 minutes from now she'll be finished. Через 30 минут она закончит. She prayed for Russia, she prayed for Ukraine, and she молилась prayed за Россию, ended Украину, up in China. И закончила в Китае. People laughing at her. Люди на ней смеялись. Because she's just praying for all these nations. Потому что она молилась за все нации, народы. But today, но сегодня I'm not laughing. Я не смеюсь. Do you know why? Почему? She prayed. Она молилась за все эти народы, I'm traveling in today. Которые я сейчас путешествую. She prayed through all my life. Она всю мою жизнь промолила. I didn't know that time. Я не знал в то время, как это. Sometimes the pastor told her, иногда пастор ей говорил, Sister, сестра, you need to stop praying. Тебе нужно остановиться. Time to go home now. Время пойти домой. Okay. She was so into prayer. Она была очень глубоко в молитве. There was a little sister. Была маленькая сестра. She was very old. Она была очень пожилая. She was 60. Ей было 60. It's dangerous to say that. Опасно говорить такое. Because now I'm over 60 myself. Потому что сейчас мне тоже больше 60. But when you're 14, you think everybody's old when they are 60. When you're 14 years old. Когда 14, то тогда ты думаешь, что 60-летний старый очень. But she was old. Она была пожилая. Very weak like this. Она была очень слабая. She вот такая. Had white hair. У нее были седые волосы. And she always came to me. И она подходила ко мне всегда. Carl Gustav. Карл Густав. Hallelujah. Hallelujah. I love you. Люблю тебя. Спасибо. Her name was Karin. Ее звали Карин. We call her Little Karin. Мы ее звали маленькой Карин. Everybody thought she's gonna die any minute. Все думали, что она умрет через минуту. She prayed so weak.
Она очень слабенько молилась. Jesus, 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 Иисус, Иисус, я Jesus, тебя люблю. Иисус, люблю тебя. When I left that church, когда я покинул эту церковь, she came to me, она ко мне подошла, and she did this. И она сделала вот так. Little Carl Gustav, маленький Карл Густав. I'm gonna pray for you, я буду молиться за тебя. Every day, каждый день. As long as I live, до того момента, как я умру. And I thought, я думал, you die soon. Вы скоро умрете. But thank you for the prayers. Но спасибо за молитвы. Amen. And I went out. I traveled out. Я уехал. 30 years later. Через 30 лет. My church, home church, called me. Моя домашняя церковь меня позвала. We want you to come home. Мы хотим, чтобы ты приехал домой и проповедовал там. That small little Pentecostal church. В маленькую пятидесятническую церковь. And I thought. Я подумал. All my old friends will be dead now. Сейчас все мои старые друзья, наверное, мертвы. So when I came there, I couldn't see them. И когда я туда зашел, я не смог ее увидеть. And I asked, и я спросил, where is this old man who sounds like a dove? И где здесь тот мужчина, который звучал как голубь? He said, he has been flying home. He has been flying home to heaven. Он уже улетел домой, на небеса. He's home with the Lord. Он дома с Господом. What about the lady who sang like an opera singer? Что насчет леди, которая пела как оперная певица? She's with Jesus. Она с Иисусом. And the Kamaz prayer lady? И что насчет женщины, которая молилась как Камаз? Heaven. На небесах. They've all gone. Все ушли. So I went up to preach. И я закончил проповедовать. And then I thought about little Karin. И потом я подумал о Карин. I started, said, I remember little Karin. И я сказал, что я помню маленькую Карин. She's probably with the Lord now. Она, наверное, с Господом сейчас. And suddenly I see a lady. No. И вот я увидел женщину. Нет. I said, "Oh, you're not dead yet?" О, вы еще не умерли? Нет. And after the service, she came to me, 90 years old. И вот она 90-летняя подходит ко мне после служения. And you know what she did? И знаете, что она сделала? She did like this. Сделала так. Says little Carl Gustav. Говорит, маленький Карл Густав. I have been praying for you every day for 30 years. Я 30 лет за тебя молюсь уже каждый день. I cried. Я заплакал. And I said. Я сказал. May you live forever. Живите вечно. Hallelujah. That church. Эта церковь. Young and old. Молодые и пожилые. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Да. We need the children, we need the teenagers. Нам нужны дети, подростки. But we need the old people also. Но нам также нужны пожилые люди. We are church. Мы церковь. We are not separated. Мы не разделяемся. We are together. Мы вместе. In all time. Во все времена. So God says to David. И Бог сказал Давиду. Do you want to build me a house? Хочешь построить мне дом? If you do it. Если сделаешь это. I will build your house. Я построю твой дом. Today I have the same question to you. Сегодня у меня тот же вопрос к вам. Do you want to build the house in Ekaterinburg of God? Хотите ли вы построить дом Божий в Екатеринбурге? Hallelujah. If you do that, если вы это сделаете, God will build your house. Бог созидит ваш дом. Amen. I will end with a story, and then I will say amen. Я расскажу одну историю, когда я сказал аминь. Do you remember the story in the Bible about the Shunammite? Помните о Шунаммитянке историю из Библии? She had a visitor. It was Elisha. Елисей к ней пришел, посетитель. And one day she said to her husband. И однажды она сказала своему мужу. We must build a house for the prophet. Нам нужно построить дом пророку. We must build an apartment for him. Нам нужно для него построить особое помещение. So he built a house for him. И они построили для него комнату. They put a chair and a bed. Они поставили туда кровать, стул. Candlestick. Свечу. Internet. Интернет. Все. He could be there. И вот он там мог жить. And one day. И однажды. He said. Она сказала. Он сказал. Is there anything you need? Все, что тебе нужно. No, I have all the money I need. We are rich people.
Она ему сказала: все, что у тебя нужно, у нас есть деньги, мы богатые люди. But one thing, но единственная вещь. Elijah's servant said, they don't have children. They don't have any children. Но у них нет детей. Елисей сказал. So Elijah said to her, Елисей сказал, next year, в следующем году you will have a child. У тебя будет ребенок. And you know how women laugh when they don't believe? И знаете, когда женщины смеются, когда они не верят? Господи, I'm too old for that. Я слишком стара. No. Нет. Next year. В следующем году. You have built a house for the prophet of God. Благодаря тому, что ты построила дом пророку. God will build your house. Бог созиждет твой дом. There will be a son. Будет сын. One year later, had a son. Через год у них появился сын. And you know the story. И вы знаете историю. When he grew up, he became sick and he died. И когда он вырос, этот сын умер. And the lady goes to the prophet. И эта женщина пришла к пророку. And he takes him in the leg like this. И вот она его так вот за ногу держала. Prophet. Пророк. It was not my idea with that boy. Это не моя идея была с этим мальчиком. Give him back to me. Верни его мне. And Elisha prayed for him. И Елисей помолился за него. He rose up again. Он вернул его. He rose up again from the dead. Он вернул его к жизни. And you know the story. И вы знаете историю. How God blessed that house. Как Бог благословлял этот дом. In a wonderful way. Прекрасно. Even when there was starvation in the land. Даже когда был голод. God blessed financially. Бог благословлял финансово их. That house. Благословлял этот дом. He was building a house for God. Они построили дом Богу. God was building the lady's house. А он для нее созидал дом. Amen.